Мне было лет 20, я встречалась с парнем, это были мои первые отношения, я его очень сильно любила, мы были вместе около года и больше, год и 2 месяца, примерно так. Вот, во всех планах, во всех отношениях это был мой первый парень, мои первые серьезные отношения, моя влюбленность. Окей, поняли. И настал такой момент, что я его разлюбила, так случается, меня он достал своими ограничениями, манипуляциями. Мы 2 козерога, и то, как сильно мы спорили, я больше такого не встречала нигде. То есть, если я на 100% убеждена в своей правоте, и он для меня дебил, если он этого не понимает, у него то же самое. И нам обоим нужно просто до умопомрачения, до обморока, доказать друг другу, что я прав, нет, я права. И мы бились вот этими лбами, рогами своими козлячьими, не на жизнь, а на смерть. И это продолжалось каждый день. Вот просто ни с чего. И оно длилось на протяжении года. Насколько сильно я уставала морально, да, наверное, как и он. Мы не могли... Мы дрались. Но сейчас не... Отношения были дебильнейшими. Вот какие могут быть отношения в 17 лет? Объясните, пожалуйста. Вот зачем они тогда случились со мной? Я могла прожить без этой вот одной розы в фольге. Я могла прожить без семечек на лавке. Ходила бы, развлекалась, в колледж ездила дальше. Нет, надо было. И вот мы встречались с этим Вадей и расстались благополучно. Но, как сказать, с моей стороны да, с его нет. Мы с тобой встречаемся, мы будем вместе, Настя навсегда. Короче, не то чтобы бегал, он мне это внушал. С утра до ночи ходил за мной по пятам и следом. И караулил меня... Уже у другого места жительства мы с родителями переехали. Короче, он был везде. И от него никак не было, нельзя было оторваться. И его больше всего привлекал тот момент, что он у меня первый, и у меня никого не было до него. И вот человек настолько доисторических взглядов на жизнь считал, что в этом секрет долголетия семейных отношений. Что все, мы поженимся, и все будет у нас круто. А я вот даже вот так, как вот эта кошка лапами, не хочу, отстань от меня, пожалуйста, дай мне пожить свою жизнь. И мне понравился очень сильно другой мальчик. Я влюбилась в другого парня, потому что он был такой, как bad boy. В татуировках, татуировщик, рэпер, наркоман. Все как нужно нам, девочкам, в маленьком возрасте. Мне он очень сильно понравился, и я даже в него влюбилась. Конечно же, звали его Никита, никак иначе его звать не могло. Плюс ко всему, Никита был из Москвы. И очень стильно одевался, очень красивый был во всем. Вот когда человек стильный и талантливый, это просачивается во все сферы области жизни. И то есть он весь был, как слово, стиль. В своем стиле. И у нас с ним была влюбленность такая хорошая, взаимная. Вадя, конечно же, в это не верил. У него была просто вулкан из жопы. Он очень сильно злился, что какой-то там Никитка мог завладеть моим вниманием. Его это настолько сильно злило. Он мне присылал его увеличенные в 100 раз фотографии, где просто одно лицо на весь экран, и спрашивал, как ты могла это полюбить? Этот урод, этот аутист. Ну, он его ненавидел люто. И ревновал, то понятно. Я, конечно же, захотела поехать к Никите в Москву, потому что его пребывание в Краснодаре закончилось, где мы познакомились через общих друзей. И он уехал обратно. Это было лето, мы с подругой решили, поехали в Москву, ну и поехали. Приехали мы в Ростов сначала, и Вадя, узнав об этом, что его Настя, которую он когда-то любил, взяла вот так с ним погано, поступила, отправилась к Никите в другой город, опозорила его перед пацанами и районом, и вот такая она стала конченная шалава. Так как мы вместе были долго, у нас с ним бывали откровенные фотографии и взаимообмен ими. И фотку, где я на нем благополучно сижу,
он взял и выложил к себе на страницу в ВКонтакте, потому что в те годы сидели все ВКонтакте. И то есть весь район, мои сестры, все наши общие знакомые, там всевозможные люди, там общих у нас друзей было человек 100, если не больше, видели мою грудь, как я на нем сижу с рыжими волосами, такая вся из себя Настя. И что? Я это вижу, что он это выложил, полбеды. Он отправил эту фотку Никите, который ждал меня в Москве, а я была еще на пути к нему, я была в Ростове. Отправила это Никите с понтом, что это не когда-то давно, когда мы были в отношениях, а сейчас. То есть, когда ты, Никита, уехал, мы с Настей по-прежнему были вместе. Вот так он поступил, конечно, по сути собачьи. И Никита сказала: «Все, Настя, можешь ко мне не ехать». Он поверил ему. Не знаю, может быть, и не поверил, но уже не хотел меня видеть. Я не понимаю его мотивов тогда. Ну, короче, может, это было слишком позорно для парня встречаться с такой девушкой. Ну, короче, это очень жесткие доисторические времена, когда действительно имело значение репутация, показываешь ли ты голую грудь и жопу или не показываешь. Повторюсь, это был мой первый парень, и до этого у меня не было никаких подобных ситуаций. Мы приехали в Москву, дальше там продолжали гулять, веселиться с подружкой, особо ни о чем таком не вспоминали, я порой вечерами грустила, вот, Никита меня бросил из-за этого, ну что ж поделать, я больше, как я себе вспоминаю, я больше накручивала, что вот грустная песня играет, можно и пострадать, а так, чтобы я всерьез о ком-то парилась, у меня такого не наблюдалось. Это красивая фотография, когда я вернулась даже из Москвы в Краснодар. Эта фотка, конечно же, попала во все паблики Краснодара, типа шкуры, курицы Краснодара. Прикреплены были мои фотки, и это обнаженное в том числе, и текст о том, что я очень сильно люблю разнообразие и никому не отказываю. Его суть была примерно такова. Меня научили поиску фотографий в интернете, ну, по фотке, страниц точнее, куда это выложено, я хотела удалить это отовсюду, эту фотографию. Началось самое интересное. Люди, которые знали меня всю жизнь, то, что знали, что это сделал мой парень, знали, какой я человек, те люди, которые даже называли меня подругой и хорошо ко мне относились, переставали со мной общаться на почве того, что вот я опозорена. В их глазах, в их понимании: «Фу, Настя, я тебя не ожидал, что ты трахаешься». Вот примерно такой посыл был. Действительно странно, если человек трахается. Такого не должно быть в природе. Я считаю, это надо запретить на политическом уровне, чтобы вышел закон, чтобы люди не трахались. Этого не должно быть, особенно в первый раз. Фу. Эта фотка разлетелась по всем пабликам, я уже сказала. Вот, люди переставали со мной общаться. И, конечно же, в день мои заявки в друзья ВКонтакте увеличились каждый день как минимум на 30 человек. Это были бесконечные парни с их бесконечными знакомствами. У меня появилась уже паранойя. После каждого «Привет, что делаешь или как дела? Ты такая красивая, хочу с тобой познакомиться». Я спрашивала, разумеется, где ты меня нашел? Потому что я не знала, то ли ты из какого-то очередного паблика, то ли я действительно тебе понравилась. И это было очень сложно. Это было настолько сложно, потому что парни так умеют врать, они настолько умеют садиться на уши. И в итоге я перестала верить всем абсолютно. Но были добрые ребята, особенно анонимные пользователи, которые мне скидывали, где находили еще эту фотку, чтобы я блокировала скорее эти паблики, потому что незаконно размещать мое обнаженное фото где бы то ни было. И далее. Самый властный, самый большой паблик, который там был, что-то, ну вот прям жесткий, про шкур краснодарских, разместила очередную мою фотку в очередной раз. Я пишу, я понимаю, что Вадя бы не стал так дальше углубляться, то есть он это сделал, ему стало стыдно и забыл.
И я пишу владельцу паблика, кто кинул тебе эту фотку? Ну, типа, есть же люди, которые сохранили ее себе и продолжают размещать дальше. Вадя, ты уже удалил ее со стены. Кто мог продолжать давать вот новые витки вот этой спирали? Зачем это нужно было и кому делать? Кто меня настолько ненавидит, мне написало очень интересно. Поэтому написала владельцу паблика, чтобы спросить. Привет, кто выложил эту фотку? И он мне отвечает, а ты что, уже не помнишь, на ком ты прыгаешь? Ну, и для него было логично, что этот парень, с которым я на фотографии, то есть мой первый парень, что он и выложил. И начал меня оскорблять ни с того ни с сего. И я ему сказала, чтобы он удалил фотку, он отказался. Я написала в группу поддержки ВКонтакте, и все группы заблокировали. Я задумалась, почему девушки раньше этого не делали, почему нужно было ждать столько лет, чтобы когда-то выложили меня, может быть, это судьба. Потому что после того, как я занялась этим вопросом, то есть я покидала абсолютно все паблики, в которых меня выложили, все группы, все сообщества, и всех заблокировали без возможности восстановления. Я очень сильно над этим старалась. И почему другие девочки так не сделали, я не поняла. Хотя я же никогда не обращалась в трудовую инспекцию за того, что мне не платят зарплату. Тупо думала, само рассосется. Что касается моего морального состояния, я помню, ну вот так себя вела, что, блин, как ужасно это и жаль, что так со мной поступили, это несправедливо. Но по факту мне было насрать. Потому что я не чувствовала за собой вины. А как мне можно привить чувство вины, если я его не испытывала? Ну, если это произошло уже, я не сделала ничего такого, чего в мире до меня не было. И никому при этом не навредила. Меня удивило только то, что как люди стали относиться ко мне после того, как видели эту фотку. У меня была компания, которая тоже... Не то чтобы отказалась, ну вот так она отсеялась. Стали ходить более лютые слухи, которые опять же подкреплялись этой фоткой, что типа они ездили в Москву с подружкой не для того, чтобы отдыхать и веселиться. Они там ебались со всеми, они просто гуляли, вот их было не остановить. Они туда поехали чисто зарабатывать на жизнь и покорять в Москву. Это две малолетние проститутки. Вот такие ходили сплетни, о которых я прекрасно знала, знала моя подруга. Их говорили, эти сплетни, вслух. Для меня, что тогда это было неясным каким-то стечением обстоятельств, что сейчас я даже не боролась с этим никогда, потому что я-то знала, что, блин, вот было бы справедливо, если бы действительно там с кем-то спала, а потом вернулась и получила по заслугам. А так, ну, о чем мне доказывать? А что мне доказывать? И зачем? И кому? Опять же, вопрос вот этот риторический, кто эти люди? А нахрен они всрались в моей жизни? То есть мне всегда было как-то пофиг, пофиг, пофиг. Самое главное, что со мной на тот момент крепко дружила моя лучшая подруга и еще одна подруга. И то есть у меня был мой тесный круг, и остальные как бы варианты меня не сильно интересовали. К тому времени число подписчиков на моей странице ВКонтакте достигло уже 1000. Ну, конечно же, половина из них те люди, которым я действительно нравилась. Это будет ложь сказать, что я... Ну, могла привлечь только этим моментом. Нифига, у меня всегда была очень интересная и крутая страница ВКонтакте. Миллион моих фоток и текстов на стене. И вообще я очень круто вела свою страницу ВКонтакте. Это моя самая любимая социальная сеть. Когда, казалось бы, уже все, отвалите от меня, поугарали, хватит, да, посмотрели, отвалите. Но это еще не все. Я прихожу в колледж, лето заканчивается, и подходит... Девочка с параллельной группы, Алина. Я сижу на лавочке со своей одногруппницей, подружкой. И она подходит ко мне. И на соседней лавочке у нас парк рядом с... Аллея рядом с университетом. Сидят ее одногруппницы, подружки. А там группа была такая, знаете, стерв. Вот именно токсик девочки, которыми сейчас модно быть. Они обошли моду, они уже тогда были токсичными. Сейчас, правда, хрен их знает, по селам разъехались, их не видно, не слышно. И она подходит с телефоном, показывает мне эту мою фотку, где я сижу и на парне, и у меня видно грудь. И говорит, ты это видела? Это же ты? Ну,
стоит, лыбится, ожидает мою реакцию. Я говорю, да, я. Что? Что дальше? Мы выяснили, что ты можешь спать спокойно. А она такая, а, думаю, может, ты просто не видела? Такая добрая. И я говорю, да нет, все в порядке, я видела. И она ушла обратно к подружкам. И только она уходит, у меня сразу же, блин, Кристина, вы что делаете? Они уже знают, уже зачем именно этим девчонкам попалась эта фотка? Ну как так быстро распространяется инфа? И мне подружка Кристина говорит, Настя, не парься, у тебя сиськи красивые. И я перестала париться, подумала, а действительно, если бы я была уродливой какой-нибудь, вообще очень стрёмная фотка была, кошмарная, где я стою как-то, не знаю, не в позе, а с горбатой спиной, животом, и вообще фотка стрёмная, тогда вообще было позорно, что она разошлась по рукам. А эта фотка была красивая, ее даже использовали в рекламе жвачек, которые возбуждающих жвачек, афродизиаков, каких-то этих трусов съедобных. Короче, когда я искала в интернете, где еще есть эта фотка, но через сервер, который по фотке ищет все сайты, ссылки, я чего только не находила, господи. И ладно, мне еще за это все платили. Далее. И сижу я спокойным днем, мне пишет какой-то парень, говорит, у меня есть кое-что. И скидывает эту фотку. Думаю, alright, удивил, ну надо же. Вау, где ты ее достал, эту фотку? Он говорит, я уже сделал скрин всех твоих друзей ВКонтакте. Либо ты мне высылаешь бабки, либо я ее сейчас всем ее разошлю. Я говорю, хорошо, ну вообще я тебе должна платить за такую рекламу. В смысле, мне пофиг, высылай. Если я кто-то не видел... Пускай посмотрит, если уже все ее видели, о чем я тебе сейчас гарантирую, то освежи им память, пускай вспомнят и опять зайдут ко мне на страницу, полайкают мне все фотографии. Этот тип перестал мне писать и скинул мне переписку с одним знакомым, с которым я ходила тогда гулять на свидание. То есть он мне всячески показывал то, что я ему нравлюсь. И вот этот тип скидывает, шантажист, скидывает фотку этому типу, знакомому, и такой, вот, смотри, какая она шлюха. И этот тип, Денисова звали, говорит, да ладно, есть еще что-нибудь? Я думаю, фу, бля, мужской пол, какие вы ничтожные, вот, Я перестала, естественно, с этим пидорасом общаться, и спустя лет 5 видела его на том же месте работы, где он был всегда. Официантом в Рисе у нас, который на первом этаже, или не Рис это называется. Короче, где в Краснодаре вот этот перекресток на Красной, а на втором этаже Sky Garden, а вот это вот ресторан на первом этаже, там суши. Короче, вот там он работает, Денис. Надеюсь, он там и сейчас работает, потому что я его люто ненавижу. Хотя... Плевать, я вообще не вспоминаю об этих людях, просто у меня нашла тема видео такая. Проходит уже около 5 лет с того самого дня, как это быльем поросло. Уже все забыли, уже всем плевать на мою грудь обнаженную давно. Как на работе выдают нам корпоративную почту, и я постоянно переписываюсь там через эту почту с службой поддержки. И смотрю, там какой-то мальчик симпатичный, думаю, блин, а у меня аватарки нет, а он мне помогает. А мне хочется сказать ему спасибо большое, что он видел, что мы такая вот красивая девочка, говорит спасибо, а не какая-то там... Красивая девочка говорит спасибо. И чё? Я думаю, у меня ВКонтакте все фотки собраны. То есть ВКонтакте это моя флешка, портал в прошлое. Все фотки, что у меня есть, удачные, неудачные, всегда я загружаю к себе фотографии. У меня их там, не знаю, 1500 или 2, если еще закрыт альбом, неважно. Куча фоток. Я думаю, вот, сейчас зайду ВКонтакте к себе, выберу там красивую фоточку, поставлю на аватарочку. Ввожу. Настя, дружба. Как я там записана? Второе слово. Вот, ссылка. Как только я заканчиваю писать ЖБА,
сразу же начинается слово «слив». Меня так телепортнуло вот в эти воспоминания, когда это еще кого-то ебало, когда кому-то, я думаю, господи, это же вы сошли с ума? Что и побудило меня написать видос? А также был второй момент. Типа, прошло столько лет. Кому нахрен надо посмотреть на меня обнаженную сейчас и вводить слово «слив»? Вы всегда можете обратиться ко мне за подобным контентом. Вывод такой, девочки, если вас шантажируют, если всплывают ваши фотографии обнаженные, интимные, просто согласитесь с этим, скажите «да», «отлично, у меня красивая грудь, у меня офигенное тело, тебе скинуть еще». Боже, вот ты мне скинул, и я вот каждый раз смотрю и любуюсь, ну какая же я красотка. И вот вам, те, кто живет вот в теперешнее время, вот сейчас, эти года, 2000-2021, вам настолько безумно повезло, что вы любое такое событие, как бы казалось не то чтобы недостойное, но вот любой минус вы можете перевернуть к себе в плюс. Лет 5 назад этого нельзя было сделать, потому что была репутация, был около футбол, одна навсегда, только девственницы и все, остальные все шлюхи. Если у тебя больше двух половых партнеров, то ты можешь умереть смело в сливной яме в канаве с бомжами и больше никогда не рассчитывать на более-менее нормального парня, потому что он считался уже совком с мусором, а ты этот мусор, и он тебя как будто бы подобрал. Вот такое было отношение к девушкам. Слава богу, мы пережили этот доисторический каменный век, и эти парни с дубинами до сих пор существуют, среди нас уходят, которые доказывают обратное. Но вот сейчас, девочки, взять хотя бы тех же самых звезд, которые всегда... Меня тогда, кстати, очень вдохновляло с тех пор и по сей день Риана, у которой есть фотосессии, где она без одежды. Всегда были такие звезды, и журнал Playboy тоже существовал. И то есть они могли это сделать спокойно, а почему я не могла это сделать спокойно? Почему мне должно быть за это стыдно, а им нет? И я же себя не приравниваю к бедной бабе Зои, которая с коровами, и очень ей было бы стыдно за свое обнаженное ногое тело. Нет, я себя приравниваю к звездам той величины. И то есть мне комфортно и нормально видеть свое обнаженное тело. Я не отрицаю, что я когда-нибудь в будущем повторю этот опыт. Я не против, если опять начнут мои фотки всплывать где-то обнаженные или не знаю, что похуже. То есть сейчас, девочки, вы любое такое событие можете перевернуть к себе в плюс. И делать себе на этом рекламу. И не париться о своей репутации, потому что вы самодостаточные, самозанятые, обеспеченные, ни от кого не зависящие. Сейчас так модно. Как поется в треках у инстасамки, как ведут себя зарубежные звезды. То есть вам вообще плевать, по сути, что там подумают парни, возьмут они вас замуж или нет. Скажу вам честно, такие девушки даже нравятся больше парням, которые не такие уж и добродетельные ангелы. Вот, и даже не знаю, тут даже советовать нечего, просто не парьтесь, это всего лишь ваше ногое обнаженное тело, это искусство, всю жизнь рисовали с натуры, и никто из-за этого не был проституткой. Если люди не осведомленные в искусстве, это их беда и это их бремя, которое они будут нести на своих плечах. Но вы же, вы звезды, музы и искусство, вам так можно. Вам можно абсолютно все, выкладывать жопу в Инстаграм, сниматься в порнографических фильмах, вам можно быть ВМК-моделью, вам можно быть кем угодно, кем вы хотите, потому что вы девушки и потому что вы сами для себя живете, себя обеспечиваете, а уже парней вы выбираете, а не они вас. Вот сейчас так я считаю и я так вижу. Слава богу, что я тогда не парилась, что я не покончила жизнь самоубийством и другие вещи, которые могли бы произойти. Этого всего не случилось, я даже не пила валерьянку. Мне было абсолютно спокойно, веселилась, тусила дальше.
сейчас я на это смотрю как на опыт, который у меня был, но я его недооценила. Но это же здорово, что он был. Я теперь знаю, что люди видели мою грудь, и я могу сравнивать, что она неплоха. У меня всегда вот такие темы, когда я не понимаю, что происходит. Типа, почему люди на себя так много берут, они меня настолько волнуют, что у меня начинается жестикуляция, ор, бешеные глаза, какие-то у меня паника, истерика. Я вот настолько перевозбуждаю, что после того, как я сниму видео, я потом еще хожу, подумаю, вот так, в возмущении. Они охренели все, они охренели. Я просто представляю, я понимаю, сколько есть девушек на белом свете, которые пострадали из-за других людей. Типа, я же не могу страдать сама от себя. Вот эта фотка всплыла и ну, представим, что все отреагировали с ноль эмоций. Я ж не буду себя за это унижать, уничижать, как-то гнобить или делать себе плохо. Сама себе я не буду. Я это делаю только глядя на окружающих, верно? И вот я думаю, вот вы кто и почему и нахрена вот выражали такие эмоции, подавали такую реакцию цепную, как стадо баранов, что меня вводили вот в такое положение. Ведь если бы у меня была психика неокрепшая или проблемы в семье, либо вот эта проблема наслоилась на другую проблему, я бы могла сделать с собой что-то плохое, если бы... Ну, если бы я была другим человеком. У меня так-то и мысль не возникает об этом. Но вот если бы была... Что мало истории было? Ну, типа, как вы вообще смеете мне настолько... уменьшать мою важность, уменьшать мою ценность в моих же глазах, в глазах окружающих, делать вид это, показывать всем своим существом, что наводите меня над другим. Как вы вообще, ну вот не вы конкретно, а вот те люди, которые тогда были, и те друзья, которые начали меня обижать вместе с той толпой, это было противно, это не было мне больно, это было мерзко. Потому что бывали такие добродетели, которые, о, привет, мне рассказывает моя подружка лучшая, а ты видела, что Настину фотку слили? Нет, не видела. Какую фотку, о чем речь? И он лыбится и показывает ей эту самую фотку. Ну, то есть, не из таких же, как ты, и организуется эта толпа, которая дает новые, все новые витки. В общем-то, девочки, вообще никто не может, не имеет права, что бы вы ни сделали, какая бы там фотка, видео, все, чтобы о вас не всплыло, что касаемо вашей репутации, это ваше, это не чье-то. Они никто и не имеют права вас осуждать и оскорблять. И тех, кто любит это делать, вас касается, что... Придите в себя, очнитесь, встряхнитесь нормально, оглянитесь, посмотрите, что в вашей жизни, где есть пробелы, какие-то недочеты, ямы. Займитесь вот этим, чем чужими жизнями. Все, то я уже психую. Я все сказала. Хотя я еще один момент не рассказала, как эту самую репутацию... возвращают обратно, если она вдруг нужна. Но это потом.